Десятки высших военных чинов Турции, 40 из которых сейчас находятся в заключении по обвинению в подготовке антиправительственного заговора, были отправлены на пенсию. Такое решение, принятое в результате 4-дневной консультации членов Высшего военного совета, одобрил президент страны Абдулла Гюль. Всего на заслуженный отдых указом отправлены 55 генералов и адмиралов турецких вооруженных сил. 400 человек, среди них 40 высокопоставленных военных, проходят по нашумевшему делу «Эргеникон», которое несколько лет назад правительство во главе с Таипом Эрдоганом представило как подготовку военного переворота. За 20 лет с 60 по 80 годы в Турции военные трижды меняли власть в стране. По мнению адвокатов арестованных генералов, армейская верхушка выступила с критикой политики правительства Эрдогана, утверждая, что оно держит курс на исламизацию страны и попирает таким образом светские устои государства.